За новогодние праздники 48-летняя Наташа Королева заметно располнела. Это заметили многочисленные поклонники и хейтеры. Звезда не закрывает глаза на проблему. Она решила бороться с лишним весом. В своем инстаграм-аккаунте певица признала, что сейчас находится не в лучшей форме. Она поделилась оптимальным для себя и эффективным методом похудения – это танцы. Наташа Королева опубликовала видео, на котором зажигательно отплясывает с мужем Сергеем Глушко на вечеринке в честь празднования Старого Нового Года в одном из клубов в Америке. «Сбрасываю лишние килограммы», – подписала она ролик. Напомним, длинные праздничные каникулы Наташа Королева с семьей проводит в Майами, где у нее живет мама Людмила Паревай. Ранним сторис исполнительница вложила саморазоблачающее видео, в котором продемонстрировала недостатки фигуры. Как писали наши корреспонденты, Наташа Королева представила в купальнике на пляже. Взором фолловеров она представила обвисший живот и располневшие бока. Звезда иронично отметила, что во всем виноват новогодний салат оливье. Отметим, что теперь у знаменитости есть еще один повод для посещения Америки. Там у нее растет биологическая дочь. А ранее Наташа Королева признавалась, что подарила свою яйцеклетку другу, а суррогатную мать выносила ему ребенка.